Как вышел Геншин, я полностью все время в Геншин играл. Фишель. Фишель прикольная. Она вообще одна из самых лучших саппортов, которые могут быть в этом. Мой буэн саппорты. Не раз, а когда ты там кикоисты? Фишель одна из самых лучших саппортов, электросаппортов в Ханкай. Все, в Ханкай говорю, в Геншине. В Ханкай я ей не пользуюсь особо. Косплеит. Она косплеит саму себя из аниме этот из аниме, я забыл как называлось аниме про эту про девку с синдромом с этим синдромом. Так, ты гад, давай спускайся вниз. Он не сильно того это офигел. Слышь, вниз спускайся.
Нет, и в игре, да, на принцессу Фишель этот косплей, да. Я просто не помню, как называется аниме, в которой это сэйю участвовала. Блин, вот же я протупил. О, получилось задеть. Сейчас, если бы я сейчас не в песне был, я бы посмотрел по-быстрому, как ее там зовут. Вот она! Дурачество любви не помеха, аниме называется. Дурачество любви не помеха. Мне оба сезона понравились в этом аниме. Не знаю, на любителя, наверное, но мне оба понравились. Капец, мне под щитами деда вообще пофиг на атаке босса. Ура! Есть! 11-ю закрыли на 3. Есть! Все. Завтра будем 12-ю мучать. Сейчас пойдем по экономии полазим. 3 последних процента надо закрыть. Ура! Я лечу. Тома! Тома! Тома, пи солнце!